Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, не кипішуєм. Мені вже пишуть: Лена, чому нету відео? Уже 2 дня пройшло. Субота, воскресенье. Ну, во-первых, в воскресенье я вийшла в ефір, поэтому, девочки, я отметилась. Не надо меня обменять. Но когда стартует марафон, у меня просто физически не хватает времени. Мне нужно каждую из вас с вами пообщаться. Нужно каждой из вас выдать план питания. Разобрать стратегию действия в марафоне. Ну, то есть, тут у меня, скажем так, очень много дел. И когда я не успеваю, видео я не успеваю записывать. Даже сегодня, вот сейчас бегу навстречу, и все равно думаю, ну, хоть 5 минут с вами поговорю. Сегодня будет очень интересная тема. Эта тема будет о гормонах, как гормоны влияют на наше похудение. И что с этим делать, и как с этим бороться, да? То есть, вы должны четко понимать, что вы такая маленькая гормональная машина. И есть гормоны, которые отвечают за снижение веса, за, ну, за, в конце видео я об этом буду рассказывать. Но сама цель сегодняшнего видео, в конце видео будет ознакомительная такая, знаете, ознакомительная информация. И очень хочу, чтобы она для вас была полезной. Сегодня я записываю видео и хочу с вами поделиться одним из комментариев участницы моего марафона. Вы знаете, меня зовут Лена, мне еще только 51, и я постройнела на 60 килограммов и уже более 3 лет удерживаю свои результаты. И вы знаете, каждый раз, когда я об этом говорю, я говорю: Лен, ты молодец, Лена, ты богиня, потому что всю жизнь я была на диетах. Вот сейчас буду читать слово «диета». Вообще не люблю это слово, но тоже об этом потом скажу. Всю жизнь была на диетах, всю жизнь была на каких-то ограничениях, да, я сбрасывала вес, но, к сожалению, вес возвращался назад и очень часто с друзьями. Но в очередной раз, когда я вимкнула свою зозуленьку и поняла, что это образ жизни, у меня жизнь поменялась кардинально. Поэтому, девчата, сразу же, вот не делайте моих ошибок, сразу же четко понимайте, что это образ жизни. И сейчас хочу вам зачитать отзыв и комментарии моей участницы марафона, который у нас закончился. Вот сегодня мы стартанули на 2 недели в очередной марафон. Пожелайте нам удачи и держите кулачки за моих участниц. Значит, сейчас я зачитаю комментарий, он будет украинскую мову, и я знаю, что вам наша рідна солов'їна українська мова дуже подобається, тому буду читати рідною мовою. Хочу розповісти вам трохи про себе. Ми з чоловіком 2 товстуни були. Потім у нього прихватив жовчний. Як ви кажете, що зачастую починається щось робиться, і ми із-за болячок починаємо знижувати вагу. Піднявся цукор, піднявся тиск, і він від болю в жовчному сів на дієту. Я його підтримала і разом з ним почала саме харчуватись по дієті, по його дієті. Він був у вазі 140 кілограмів, а я 108. За 2 місяці нашої самостійної дієти чоловік скинув майже 15 кілограмів за 2 місяці, а я 8. Потім я зустріла вас. І 17.06 я стартанула з вами в марафоні. Чоловік мене підтримав і також все робив, як і я. Це вже мій третій марафон з вами, але я постійно вас дивлюсь і слухаю. І на сьогоднішній день я скинула 27 кілограмів. Разом з чоловіком моя учасниця скинула 8, разом зі мною в марафоні загалом 27 кілограмів. Тобто 27 мінус 8 – разом ми скинули 19 кілограмів. Ну, жіночка пройшла не один марафон. А чоловік скинув 35. Це враховуючи, що в вересні майже кожні вихідні були якісь свята у нас, були порушення. Моя мета – дійти до 70 кілограмів. Звісно, вже важче. Літом дітей не було, холодильник був тільки з нашими судочками. А зараз багато соблазнів вдома. Та вага не так вже й швидко йде. Але 10 кілограмів, вроді не так і багато в порівнянні з 27, я обов'язково скину. Так що вам обіцяю, що скину і вам доповім. Дівчата, дуже приємно отримувати від вас ось такі коментарі. Тому що я розумію, що мої марафони працюють. Вони дають вам поштовх, дають вам можливість зрозуміти, як працює правильне збалансоване харчування. Я навчилась.
І я рада, що ви вчитесь цьому в моїх марафонах. Ну, про анонси запису в наступний марафон ви почуєте там далі. Буду пізніше про це казати, бо ми вже почали працювати. Але долучитися можна кожного понеділка. Кожен понеділок стартує запис на 2 тижні. Тому сміливо можете писати «Хочу в марафон». Я скину вам посилання, і з наступного понеділка ви вже підете до нової версії себе. Чому я зачитала цей коментар? Ви знаєте, дівчонки, я здесь прочитала слово «дієта». И мне очень рада, что, радостно, что я вас подхватила в этот момент, да, когда вы были на диете. Диета – это определенные ограничения. Есть монодиеты, есть безуглеводные диеты, есть кето-диеты. Ну, я думаю, вы уже прошли это на себе, не одноразовая акция, да, то есть вы на себе уже все перепробовали. И, к сожалению, как показывает практика, большинство людей возвращают свой вес. Я хочу, чтобы вы понимали, что это образ жизни. И вот когда участница пришла ко мне в марафон, я нигде не говорю, что это диета. Я всем рассказываю о том, что это рациональное сбалансированное питание. И вот посмотрите, когда на диете, когда ограничения, вы имеете результаты, и это минус 8. Когда вы переводите все в свой образ жизни, когда вы постепенно перестраиваете свои привычки, вы имеете минус 19 килограмм в моем марафоне, да, то есть на сегодняшний день общий отвес у участницы 27, до меня было 8, сейчас уже в марафоне, пройдя марафон, и не только мой марафон, идя какой-то период и самостоятельно, это минус 19 килограмм. Ну не это ли счастье, что переводя все свой образ жизни, ты имеешь классные результаты. Вот что я хочу до вас донести. Вот что я хочу, чтобы вы услышали. Меняйте способы приготовления. Уходите от перекусов, уходите от подъеданий, и вы будете иметь результат. Вот почему моя стройность, и я в своих марафонах также об этом хочу донести всегда. 80% это правильного питания. И 20% это вот такой небольшой трешачок, который может быть. Подтверждение, факты моей участницы. Участница была в марафоне, и хоть в эти месяцы были какие-то праздники, были какие-то отступления, не всегда вы четко придерживались моих рекомендаций, и вуаля, минус 19 килограмм. Потому что основа вот рационального сбалансированного питания, основа, вы идете правильно, да, а не так, как у меня было раньше. Утром ПП, вечером ЖП. Вот что я хочу донести. Когда будет система, когда будет дисциплина, вот тогда и будет результат. Девчата, очень хочу, чтобы я до вас достучалась, чтобы вы не ждали какой-то волшебной таблетки, чтобы вы не ждали каких-то обещаний, там, что все будет хорошо и не надо ничего делать. Можно пить, есть все подряд и будешь худеть. Девочки, не ведитесь, я прошу вас, не ведитесь на таких специалистов, которые будут об этом рассказывать. Только убрав простые углеводы, только убрав все трешаки, все подъедания, все перекусы, вы будете иметь результат. Вы будете иметь результат не только снижения веса, вы будете иметь результат энергии, которая будет добавляться у вас. Вот видите, я сейчас даже видео не могу записать спокойно, насколько я эмоционирую, насколько я энергично вот хочу до вас достучаться. И именно снижение веса дает эту энергию, это движение двигаться вперед. Хочу, чтобы каждая из вас пропустила через себя эту энергию и написала мне в комментариях: «Лена, я ловлю твою энергию и иду к новой версии себя». Ну а сейчас немножечко поговорим о гормонах и о том, как они влияют на снижение веса. Гормоны играют ключевую роль в регуляции процессов, связанных с метаболизмом и контролем веса. Они влияют на аппетит, на скорость обмена веществ, на распределение жира в организме. Вот несколько основных гормонов, которые оказывают значительное влияние на похудение. Ну, самый первый и основной – инсулин. Этот гормон регулирует уровень сахара в крови и способствует накоплению жира. Высокий уровень инсулина может затруднять этот процесс похудения, поэтому важно контролировать потребление углеводов. Гормон голода – грелин. Он вырабатывается в желудке. Грелин стимулирует аппетит. Уровень этого гормона увеличивается, когда мы хотим есть, и снижается, когда мы уже поели.
Сатетин – это липон. Этот гормон, вырабатываемый жировой тканью, отвечает за сигнализацию о насыщении. Высокий уровень лептина способствует снижению аппетита и увеличению сжигания жира. Кортизол также известный как гормон стресса. Кортизол может способствовать накоплению жира, особенно в области живота при хроническом стрессе. Управление стрессом снижает уровень гормона кортизол. Это важно для поддержания здорового образа жизни. Тироидные гормоны. Гормоны, вырабатываемые щитовидной железой, регулируют скорость обмена веществ. Низкий уровень тироидных гормонов может привести к замедлению метаболизма и трудностям в похудении. Понимание роли всех этих гормонов может помочь в разработке эффективных стратегий похудения. Также важно учитывать, что все мы разные. Важно учитывать, что у каждого из нас разные, скажем так, психологические аспекты, разные физиологические аспекты. Вот почему мои марафоны с сопровождением работают, потому что мы все разные. И у меня каждому из вас гибкий индивидуальный подход. Девчат, я очень хочу, чтобы эта информация для вас была максимально полезной. Если вам это видео было полезно, обязательно поставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые и свежие видео. Любі українці, обожаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.